Уважаемые зрители, представляем судейский бригаду матча. Первый судья Владимир Данилин, город Алматы. Второй судья Юрий Кутаков, город Владимир. Третий судья Алексей Кусин, город Владимир. Thank you.
мяч в ворота команды «Князь Владимир» забил Максим Турнин, номер Роман Михайлович Тараканов, номер 77-й, в передаче Никиты Лунина, номер 10-й. Thank you.
мяч на ворота команды Ярмолова. Забил Андрей Подымов, номер 8. Передачи Олега Данилова, номер 10. Thank you.
Thank you.
Последняя минута первого тайма. Первый тайм встречи между командами «Князь Владимир» и «Археолога» завершился со счетом 4-1 в пользу команды «Князь Владимир». Уважаемые зрители, послушайте турнирное положение команд в первенстве ассоциации футбола «Золотое кольцо» на сегодняшний день. На первом месте «Северянин Ворона» 8 игр, 18 очков. На втором месте РПК «Аркада» Ярослав, 8 игр, 18 очков. На третьем месте «Князь Владимир», 5 игр, 12 очков. На четвертом месте РПК «Князь», 8 игр, 9 очков. На пятом месте наши сегодняшние гости, команда «ЯРПО» «Аркад» Ярослав, 6 игр, 3 очка. И замыкает турнирную таблицу команда «Искра» «Вологда», 7 игр, 3 очка.